Проверить здоровье можно во время прогулки по парку. В Скидских прудах принимают врачи первой поликлиники. Татьяна Лудина вышла в город с племянником и прошла диспансеризацию. Спасибо докторам, что есть такие выездные кампании. Очень рады. Вышли с ребенком погулять в парк и подлечиться. Получилось. Проверили все показатели здоровья – давление, частоту пульса, уровень сахара, кислорода в крови и сделали кардиограмму. Нормальное положение электрической оси сердца. Вот. Признаков ишемии миокарда нет ни в каких отделах. Пациент здоров, а трехлетний Слава вообще развивается быстрее сверстников. 1,08 м, да? 15 кг. Это как для его возраста? Ну, сказали немножко, это к 4 годам должно быть, у нас 3. Но доктора говорят, у половины тех, кто приходит на проверку, находят тревожные симптомы. Повышенное давление, лишний вес, высокий уровень холестерина – все это поводы уделить здоровью больше внимания, получить направление на полное обследование в профильных кабинетах. Более тщательное исследование, допустим, профиля биохимического, уточнение показателей картины сахара в крови. Вот, рентгеновские исследования, при необходимости более глубокие компьютерные томографии. Для прохождения диспансеризации при себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС. Если не успели, не беда. В первой поликлинике такие дни здоровья проходят 2 раза в неделю. Для информации можно звонить по единому телефону 122. Жанна Ляникова, Михаил Кирсанов, программа «События».